приходят участницы нашего конкурса. Поддержим их аплодисментами. Напоминаем, что мероприятие проходит при поддержке благотворительного фонда «Милосердие». И все вырученные средства будут переведены на счета детских домов. Итак, участница под номером 1 Галина Серова из Саратова. Номер 2 Ирина Зайцева из Москвы. Здравствуй, Ваня. Да, деньги уже у нас. Сейчас привезут, может, встречать, да. Отзвони мне, когда получишь. Хорошо? Ну, пока. Где Костя? Он… Ты договорился насчет зала? Не, пап, не успел вчера. Неделя осталась. Девушкам надо с хореографом заниматься. Ну, времени не было. Сегодня зовет. Лида, а хочешь, я Петю в садик отвезу? Я его сама отвезу. Да я уже нормальный. Ну, правда. Петь, строгая у нас мама. Нет. Не дави. Я ж тебе выплачиваю деньги, как мы договорились. В месяц по 500 тысяч. Откуда повезут деньги, я не знал. И машину готовили твои люди, а не мои. И кипиш весь случился у твоего офиса. Сечешь? Еще вопросы есть? Андрей, ищи крысу среди своих. Ищи поскорее, пока она тебя побольнее не укусила. Да о времени, сумме и машине знал я, главбух и инкассаторы. Инкассаторов расстреляли. Рогов умер от инфаркта. А я те деньги выплачиваю. И кого мне подозревать? Андрей, ну с тобой знакомы не первый день. Нас свели уважаемые люди. Нам не надо ссориться. У тебя свои проблемы, у меня свои. И всюду нужны эти гребаные бабки. Да сиди ты. Короче, мне нужны бабки к концу недели. Все. Не провожай. Зинаида! Да-да. Фельцов не появлялся? Андрей Сергеевич, Фельцов где-то в здании. Я найду его сейчас. Здравствуйте. Лидочка, как ты вовремя. Андрей Сергеевич попросил ему написать отчеты о наших филиалах. А мне надо срочно, срочно в деревню. Сестра заболела. А там только, знаешь, одни бабки. Некому больницу отвезти. А вы не переживайте, я все проверю. Угу. Только возьму домой, чтобы быстрее. Ну ты же знаешь, что нельзя домой. Хотя наш босс твой свекор. Почему бы и нет? Так, слушай, я стала проверять нашу бухгалтерию. Чей-то папочка. Угу. Рогов оставил сплошной бардак. Хотя покойника, конечно, дурно не говорят. Я приеду, все проверю. Этот Ваня совсем обнаглел. Требует деньги к концу недели. Да уж, с этими уголовниками сплошной геморрой. В общем так, отдадим и больше никаких обналичек. Никаких этих уголовников, общаков, стрелок, в общем, всего этого дерьма. И это правильно. Арсений, там у нас клиент объявился. Хочет отмыть зелени 10 лямов. Андрей Сергеевич, сделаем. Я тут поговорил кое с кем. Никто ничего не слышал. Деньги не всплыли. Видимо, действительно залетные. Да не надо было так с бухгалтером усердствовать. Да я его почти не трогал. Так, слегка. Кто знал, что у него сердце? Да я помню, помню. Ты это дело брось. Есть и без тебя кому заняться. Ну иди, иди, работай. Никто ничего не видел. Ну, это ж уголовное дело. Как я теперь буду искать этого наездника? По запаху шин, что ли? Я, к сожалению, тоже не заметила, что это за машина. Она прям сразу умчалась. Да знаю я. Ладно, давайте запишу ваш адрес. Есть, давай. Конечно, если найдем этого злодея. Ну, для того, чтобы с вами связаться. Ага. Селезнева? Ага. Лидия Михайловна. Да. Место жительства? Пригородное шоссе, 27. Да-да. Здорово! Привет, красавчик! Здорово! Ну чё, как сам-то? Ничего, сказали, жить буду. Яблочко будешь? Нет. О, ничего себе! Да ты не в рубашке, в шубе родился. У нас все редакции на ушах стоят. Думают, что это из-за твоей статьи о подпольных казино. И журналист камикадзе какой-то. А нет, вряд ли. У них и так проблемы с полицией. Просто какой-то пьяный урод на дороге. Серег. А че за девушка, которая тебя спасла, а? Симпатичная? Ты обалдел? Я только и помню, как это зеркало сбило и полет над асфальтом. А дальше все как в бреду. Какая-то девушка подходит, что-то спрашивает. Я не слышу. Я спрашивала, как вы себя чувствуете? Я не знала, что вам можно. Я, когда лежала в больнице, постоянно хотела шоколад. Ну и книга. Сказали, неплохая. Здравствуйте. Зиночка, привет. Ой, привет, привет. Андрей Сергеевич у себя? Да, он там беседует. А долго он, не знаешь? Я не знаю, Лидочка, мне надо идти. Я быстренько туда и обратно. Пару минуточек. Да-да-да, хорошо, хорошо. Лид, Лид, там чай хороший есть. Попей, шефу презент сделали. Ладно. Угу. А что это за бумаги, Борис? Откуда мне знать? Это был твой бухгалтер, не мой. Если это та самая черная бухгалтерия, о которой я думаю, понимаешь, чем это грозит? Нельзя, чтобы эти бумаги попали в чужие руки. Вообще, где она их взяла? Они исчезли после смерти главбуха. Фельцов сам все проверял. Значит, плохо проверял. Рогов перед смертью все отдал жене. И теперь она с этим пойдет к прокурору. Она не верит, что он умер своей смертью. Нет, ну, конечно, он перестарался с этим инфарктом, Фельцов. А ты сам-то откуда все узнал? У меня много полезных друзей, Андрюша. Так что давай поскорей, разбирайся с этим дерьмом и постарайся, чтобы такого больше не повторилось. Ну, а с этой вдовой что делать? Эта гадина может принести нам массу неприятностей. Так что давай, разбирайся, да побыстрей. Надеюсь, твой человек справится? Да. Лида, а ты что здесь делаешь? Я хотела поговорить с вами по поводу бухгалтерии, но это не срочно, поэтому я зайду как-нибудь в другой раз, хорошо? Вы извините. Она что? Все слышала? Спасибо. Лида, а что за вопрос у тебя был ко мне? Я нашла несколько перечислений насчет фирмы, с которой у вас официально не подписаны бумаги. Я подумала, вы должны об этом что-то знать. Ты имеешь в виду Сириус? Да. Ну, там все нормально. Это наши друзья. А с тобой-то все в порядке? Вид у тебя какой-то напряженный, а? Костя обещал вернуться к ужину. И вот. Петь, ну не балуйся. На-ка, открой ротик. Я не хочу, я хочу к маме. Андрей Сергеевич, я ложу Петеньку спать, ладно? Пойдем, пойдем, пойдем. Петь, аккуратно. Лидочка, привет. Прости, пожалуйста, я на работе чуть-чуть задержался. На какой работе? Ты время видел? Костя, ты же мне обещал сегодня. Лидочка, ну там это… Что это? Каждый день происходит одно и то же. Ты ребенка своего совсем не видишь. Тебе не стыдно? Понимаешь, я… Фу, тебя духа несет. Ой, Лидочка, это из воздуха, понимаешь? А царапины у тебя тоже от воздуха, да? Я не хочу так жить. Я устала так жить. Мне надоело все это, понимаешь? Один пьяница и кобель, а второй вообще убийца. Мишке дадим сначала чуть-чуть. Дадим Мишке? Вот так. Ложечку Мишки и ложечку Петьки. Молодец. Деда, а ты мне купишь лопату? Ну, раз обещал, обязательно куплю. Лида, у меня к тебе небольшая просьба. У нас там в филиале черти что творится с финансами, понимаешь? Деньги тратятся на какие-то непонятные ремонты, на закупку каких-то запчастей. Поезжай в Кацинск, разберись. А? Ну, ты у нас в фонде недавно. У тебя высшее экономическое образование, глаз свежий, острый. Если разберешься, вместо Алины назначить тебя главбухом. Андрей Сергеевич, ну каким главбухом? Мне еще рано. Ну, ничего не рано, ладно, рано. На таких должностях всегда должны сидеть свои люди. Так что собирайся вечером в поезд. Как вечером? Фельцов купит тебе билет, отвезет на вокзал. А когда все закончишь, я вас с Петей отправлю на пару недель куда-нибудь отдохнуть. Хожу на солнце и на луну. Вот, на море. Правильно, на море. Будет тебе там и солнце, будет и луна. А с Костей я сам разберусь. Поговорю, не волнуйся. Извините. Вы, кажется, ошиблись в купе. Петька. Добрый вечер. Ваш билет, пожалуйста. Добрый. Пожалуйста. Оба билета на вас. Одна будете ехать? Да, я недолго. Я в Кацинске сойду. Да, я вижу. А чайку, печенье не желаете? Нет, спасибо, не хочется. Вы меня предупредите, пожалуйста, когда мы будем подъезжать, ладно? Обязательно. Приятного пути. Если что понадобится, обращайтесь прямо ко мне. Не стесняйтесь. Спасибо. Все, как ты просил. Нужно еще где-нибудь посидеть? Звони. Мне понравилось. Легкие деньги. Обязательно позвоню. Пока. Пока, пока. Здорово, служивый. Короче, клиент в поезде встречает. Ага, все как договорились. Сочтемся обязательно, пока. Ментера поганые. Откройте дверь! Открывайте! Кто это? Откройте немедленно! Транспортная полиция! Открывайте! Подождите секундочку! Открывайте, я сказал! Транспортная полиция! Документы! Пожалуйста. Дайте я сам посмотрю. Подождите, что происходит? Решите. Что происходит? Опа! Товарищ капитан. Ваш чемодан? Мой чемодан. Но это не мое, я не знаю, откуда это. А что это вы так разволновались? Я еще не сказал, что это. А что это? Соломка маковая, не рубленая. Не знаю. Все, уводите. Подождите, это какая-то ошибка, это правда какая-то ошибка, это не мое. Заткнись, не имеет... дура, в отделении поговоришь. Собери все ее вещи. Протокол надо составлять, оформлять. На третий этаж пойдем и там в кабинете разберемся, а? Че слабая такая? Че, нежное мороженое, что ли? Давай, иди. Послушайте, я ехала в командировку в Кацинск. У нашего фонда там есть филиал. Я должна была проверить бухгалтерские там отчеты. Вы можете позвонить на работу, они вам все подтвердят. В командировку, значит, да? Или к любовнику? А может, к тому, кто должен был забрать эти наркотики у тебя? Что-то я никогда не слышал, чтобы из Москвы, да в Кацинск, в полностью выкупленном купе ехали. Кого ты ждала, а? Да никого я не ждала. Как вы не понимаете, ну? Свекр захотел, чтобы я ехала с комфортом. И поэтому выкупил мне 2 билета. Но в этом же нет ничего противозаконного. Свекр, да? Что, не муж? Да какая разница? Ну не муж, ну помощник свекра. Послушайте, гражданочка, вы голос-то не повышайте, ладно? Это вообще-то моя прерогатива. Ты пойми, милая, помочь тебе сейчас может только чистосердечное. Здесь дури больше кило. Загремишь под фанфары. А если скажешь, кому везла, я помогу. Ну, скостим. Годочков. Несколько. М? Я вспомнила. Молодец. Я когда заходила в купе, там была девушка. Странная какая-то. Ну и что? Ты с ней разговаривала? Оставляла при ней свой чемодан? К чемодану она не прикасалась. Я к ней зашла, сказала, что она, видимо, ошиблась в купе, и она вышла. По показаниям проводницы, пассажирка 4-го купе ехала одна. Купе было полностью выкуплено. И никого, кроме нее, я там не видела. Врать научилась бы сначала, прежде чем топливо-то возить. Ну ладно, все. Говори, откуда, дурь и кому везла? Да никому я не везла. Ну как вы не понимаете, ну меня правда кто-то подставил. Я вот ко всему к этому не имею никакого отношения. Кто-то специально мне это подложил, как вы не понимаете? Ничего, посидишь, к утру соловьем запоешь. Отведи задержанную в камеру. Только слушайте, не сажай ее с этими, ладно? Я требую адвоката. Ими нужно позвонить моим родным, слышите? Хорошо, звони. Да, конечно, я пришлю адвоката. Лобов его фамилия. Лобов. Спасибо, что позвонили. А ваша, простите, Порогов? Записываю. Записал? Да. Ну, всего хорошего. До свидания. Отец. А что происходит? Куда ты посылаешь адвоката? Да я сам что-то ничего не понимаю. Видишь ли, кажется, Лида вляпалась в какую-то историю с наркотиками. Лида? Какие наркотики? Пап, ты же ее сам только что отправил в командировку. Ну, говорю тебе, не знаю. Но думаю, что ее подставили. И, кажется, я догадываюсь, почему. Отец, что происходит? Что с Лидой? Выслушай меня, успокойся, выслушай. Я думаю, что это удар по всей нашей семье, а не по Лиде конкретно. У меня, слава богу, врагов-то много. Все может быть. Что может быть? При чем здесь моя жена? Не кричи. Конечно, она здесь ни при чем. Но нам сейчас нельзя дергаться. Нельзя гнать волну. Лобов поедет, все узнает, что, как, почему. Вот тогда и решим, что делать. Нет, я сам поеду. Где она? В каком отделении? Никуда ты не поедешь. Будешь сидеть дома и носа не высовывать. И выкинь этот свой телефон с телками. Еще не хватало, чтобы минты до тебя докопались. Пап, вытащи Лиду. Папа, слышишь, ты должен вытащить Лиду. Да вытащу. Статья не расстрельная. Ну, подумаешь, полгода. Ты, главное, слушай меня. И все будет хорошо. Ну, понял. Полгода? Стоять! Пошла! Моя фамилия Лобов. Я ваш адвокат. Присаживайтесь. Расскажите мне, как все было, и мы вместе подумаем, что можно сделать. Я ни в чем не виновата. Мне кто-то специально подкинул этот мешок. Где было сено, я не знаю, как это называется. Соломку маковую. Наркотик. 1230 грамм. Это очень много. Да какая разница, сколько грамм? Я не имею к этому никакого отношения. Вы это понимаете? Я все понимаю, что говорит мой клиент. Но вот судью еще надо убедить. В смысле? Как убедить? Лидия Михайловна, поймите, все против вас. И единственный шанс не сесть в тюрьму – это дать признательные показания. Признательные показания? Ну, а в чем мне признаваться? Я же действительно не имею к этому никакого отношения. И как это может мне помочь? Скажите, на вокзале к вам подошли, просили передать, кто? Не знаете. Просто женщина. Кому? Скажем, в Клину ее сестра должна была подойти, встретить. Я не была в Клину, я ехала в Кацинск. Да какая разница, Клин, Кацинск? Главное сейчас показать, что вы раскаиваетесь. А суд это учтет. Учтет и то, что вы не судимы прежде, что у вас маленький ребенок. Да. Вам дадут условное наказание и отпустят, понимаете? Главное сейчас убедите суд в том, что вы раскаиваетесь в совершенной ошибке и более ее не повторите. Пожалуйста! Подсудимая, вы хотите что-нибудь добавить? Да. Говорите громче. Да. Ну, вы издеваетесь, что ли? Ну, сколько раз говорить? Вам лежать надо. Месяца два еще, не меньше. Сил уже лежать нет. Кого у окна высматриваете-то все? Ничего, придет, придет. Не волнуйся. Как же так получается? К вам подходит неизвестный человек, просит передать неизвестно что, неизвестно кому. И вот так запросто берете, ни о чем не спрашивая. Она сказала, что в пакете лекарства, травы какие-то для ее ребенка. Ну, что она? Лобов уговорил ее подписать признание. Хорошо. Петька все время спрашивает, где мама, где мама. Пришлось сказать, что заболела. А Костя? Не знаю. Еле уговорил, что в суд не поехал. Это правильно. Нечего ему там делать. Только напортачит. Да. Приговор именем Российской Федерации от 16 сентября 2013 года. Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Селезневой Лидии Михайловны, суд приговорил Селезневу Лидию Михайловну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 228, частью 2, и назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных учреждениях общего режима. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня приговорения. С апелляцией я тормознул, так что пересмотра не будет. Насколько мне известно, она уже в Пересыльной, а оттуда… Я понял, понял. Ты Костю в подробности не посвящай. А будет спрашивать, ну скажешь, что под меня кто-то копает и хочет свалить. Понял? Понял, Андрей Сергеевич. Сделаю, как скажете. Вот именно за это я тебе и плачу. И хорошо платите. Так, вот твоя шконка. Здесь спать будешь. Тумбочка одна на двоих. Для тех, кто не в курсе. Правила у нас строгие. Наказание тоже. Это всех касается. Ну чё, коза, допрыгалась? Ой! Упала! Упала! Девки, держите ее семеро! Держите! Ой. Ой, ну прости, пожалуйста. А? Ну я же не хотела. Ну простишь меня. Ладно. Ой, боже мой! Ой. Манька! А ну харе поясничать. Ну а я чё? Брысь отсюда. А вы чё вылупились? Пошли отсюда. Чё, особо одаренная, что ли? Почапала. А ты давай, поднимайся. Бери вещи Давай, дуй к двери, там спать будешь. Мне сказали, что это моя кровать. Это не кровать. А твоей будет, если выкупишь. В смысле? Курева есть? Нет. Слушай, ну а пожрать что-нибудь вкусного, а? Тоже нет. Ой, понасажали. По первой, что ли? Что? Понятно. Звать как? Лидия. Можно просто Лида. Ну, а я Нюра. Давай, краба. Давай, лапа. Сюда. Можно просто Нюра. Заглохла. Опа! Мы уже ходим. Ну-ка, давай сам ножками к дяде Диме. Давай, давай, давай. С сумками помоги, а то с этими костылями. Ничего, ты у меня еще как новенький будешь. Че, не пришла, да? Не понимаю. Вроде обещала, сама сказала. Ну, мало ли, бывает. Мне кажется, с ней что-то произошло. Дружище, давай я тебе, как мужику, кое-что проясню, хорошо? Она тебя спасла, приходил, навестил. Больше она тебе ничем не обязана. Девушка, она обеспеченная, машина крутая, сама вся с иголочки. И если ты не заметил, колечко обручальное там, где надо. Я найду ее. Ой, по воскресеньям выходной, а так работаем. Скатерти шьем. 3 штуки 10 рубликов. Того в месяц 5-6 получается. Еще этим попкаршем по штуке. Итого 2 остается. Блин, на сигареты не хватает. А ты здесь за что? 158-я, часть 3-я. 6 лет. Кража в крупном размере. Ты воровка? Ну да. Краду тихонечко. А в крупном-то как? Да этот козел оценил ущерб 300 штук, а я что, пятнашку взяла, эту мобилу прихватила, ну пальцем в нее тычут, никак не попаду. Сенсорный. О, точно. Вот по нему, проклятому, меня и вычислили. Так, ты давай волосы поправь, камеры будут стоять здесь и здесь. Здравствуйте. Я прошу. Я столь дорогой мой, все будет, как мы договорились. Ты проигнорил. Она первая. Ты не волнуйся, все уже решено. Через час увидишь ее с короной на голове. До встречи. Так, девочки, и не сгулимся. То есть сгулимся и не толпимся. Держите дистанцию. Ты обещал, что ей дадут не больше 6 месяцев. Ты сказал, что так нужно, чтобы это не помешало твоим планам. Ты обещал ее вытащить сразу после суда. Успокойся. 6 месяцев, 5 лет – это уже не важно. Я ее вытащу, когда все устаканится. А пока ты должен с ней развестись. Развестись? Зачем? Так надо. Мы должны всем показать, что к наркотикам не имеем никакого отношения. Потом я ее вытащу, и вы вместе уедете. Я тебе обещаю. Ты умеешь. Обещай. Мать, ты давай только это закусывай, а то разнесет тебя еще не по-детски. Ты знаешь, я чуть с ума не сошла, когда мне принесли свидетельство о расторжении брака. Я не понимаю, как он мог так развестись. Даже не пришел, не поговорил со мной. Что с ним случилось? Он меня любил. Любил меня. Помню, даже не хотела от отца зависеть. Я Петьку ждала. Тяжелое время было. Мы по квартирам, ну, постоянно мотались. И Ну, не хватало денег, но он работал. Любил меня. Угу. А потом это все куда-то делось. Не знаю, куда. И мать, это как вода у источника. Исток, она чистая-чистая. А потом все мутнее и мутнее. Так и у человека. Сначала все чисто, по-настоящему. А потом обманы, измены, грязь. Да, я тот самый, попавший в ДТП Кастальский. Ну, да, журналист. Спасибо, я тоже так считаю. Послушайте, я хотел бы отблагодарить человека, который меня спас после аварии. Она должна была оставить какие-то координаты в протоколе или еще где-то. Зовут Лидия, а вот дальше не помню. Да, слушаю. Пригородное шоссе 27. Селезнева Лидия Михайловна? Угу. Спасибо, спасибо огромное. Да. Лидия. Я должна отсюда сбежать. Слушай, ну глупость. Ну сбежишь ты, дальше что? Сядут менты в засаде твоего дома, будут ждать тебя. А ты ж туда побежишь? К ребенку, правильно? И к ребенку побегу тоже, и к нему пойду. Я хочу понять, как он мог поверить этому убийце. Я хочу с ним просто поговорить. Ничего ты не узнаешь. Срок только добавишь, и все. Узнает она. Жди. Ну, в боженьку веришь? Веришь? Верю. Вот. Молись ему. А вдруг поможет. Всякое же бывает. Я к сыну хочу. Хочу к сыну. Очень хочу. Ладно. Выйдешь отсюда, дам тебе адресок. Ромка мужик серьезный, на мелочевку не разменивается. Только ты, ну, сразу-то к нему не ходи. Ну, попробуй сама, по закону. Вдруг есть еще правда на земле. Не верю я этому Филе. Почему он сразу не отдал нам наши доли? И пушку забрал. Саха, что-то разнылся, как бабка. Чего-чего? Филя не дурак. Он боится, что мы с этими же пушками на новое дело сунемся. Поэтому он их забрал. И поэтому бабки меняет. Чего ты гонишь, Чиба? Ты вспомни, как при скотине было. Дело сделали, кассу сняли, бабки раздербанили и в стороны все. Ты лучше вспомни, как мы из-за этого скотины по червонцу отрубили, а он, гад, ни дня не отсидел. Да и вообще, был он на самом деле или нет, его же никто не видел, ни ты, ни я. Чего несешь? Баклан его видел, двое пацанов. Просто он очень умный и не хочет перед шестерками светиться. Мы ж так, мелочевка. Да сам ты мелочевка. Только я из-за какого-то урода еще один срок тянуть не хочу. Скотина нас кинул. А вот Филе я этого не дам. Филя, бабки привез. Все нормально. Деньги обменял. Теперь вас по ним не вычислят. Если, конечно, сорить им не будете налево-направо. Ты их привез? В машине. Что ж вы, ребятки. Ограбить сумели. А поделить не смогли. А деньги Сгорели. Нормально. Недоразумение вышло. Извиняемся. Опять ты, Галушкина. Ну все, доигралась до печи. Это не она. Я просто увидела... Да молчи ты, дура! Ты че, драку, что ли, ты устроила? Я нет, я... Судя по морде, да. Значит так. За нарушение режима весь отряд будет наказан. Поняли? А тебя, Селезнева, я предупреждаю. В первый, он же и последний раз. Если еще это повторится, ты отправишься в ШИЗО. Все слышали? Так быстро одеваться! Нельзя устроиться на выход! Быстро сказала, построиться! Давайте, курицы! Отряд! Брось! Направо! По кругу шагом! Марш! Быстро, быстро! В ногу идем, в ногу! Веселей, веселей! Борис, ты что, вот правда веришь, что эти грабители так сами перестреляли друг друга, а потом еще сожгли машину с деньгами? Верю я или не верю, это не важно. Важно то, что какая-то гнида решила нас нагреть на $1 миллион. И ему это удалось. Мы остались без ничего. Без денег, без зацепок. Сгорело все. Даже отпечатки пальцев. Как? А улики-то? А экспертиза? Там проверка по номерам машины? Они что, идиоты, разъезжать на своей машине? Хозяин машины уже 2 года как сидит. А экспертиз, ДНК, я думаю, что ничего не даст. Это наши грабители, понимаешь? И номера купюр, которые сгорели в пачке, в кармане пиджака, тоже наши. Ну, как-то гладко все получается, чтобы быть похожим на правду. Вот. В том-то и дело, Андрей. У этих двоих должен был быть наводчик. гадина, попадись ты мне на волю. Я научила бы тебя вышагивать. На месте! Стой! Направо! Ну все, сейчас начнет нарядами швыряться. Зараза. Смирно! Селезнева, выйти из строя! За нарушение правил осужденная Селезнева отправляется на 3 суток штрафных работ в Альюне. Встать в строй! Отряд налево! По кругу шагом марш! Веселей, веселей! Я хотел тебя спросить, ты в этом Арсении уверен? В Фельцове? Да. Абсолютно. А что? А он мог знать, когда повезут деньги, в какой машине? Ну, может быть, когда ты договаривался с этим Иваном, он слышал все? Да, не, ну даже если он услышал. Даже если он услышал, то это самое, он тут не при делах. Надо копать в другом месте, Борис, честное слово. Ты знаешь, он мне чем обязан? Он бы сейчас гнил вот с этими отморозками из банды скотины, если бы не мой адвокат. Так он что, из этой шайки, что ли? Ну, его там подставили. Там похитили какого-то бизнесмена, потом его привлекли как соучастника. Это такая, в общем, длинная история. Я тебе как-нибудь расскажу. Ну, не знаю, Андрей. Все равно, рано или поздно, тебе от него придется избавиться. Депутатов Гордумы нельзя иметь сомнительные связи. Депутату Гордумы? Да. Ты будешь баллотироваться. Все решено. Ну, фонд придется расформировать. Наши юристы этим займутся. Чего надо? Здравствуйте, мне нужна Лида Селезнева. Она дома? А сам кто ей будешь? Ну, можно сказать, кречник. Я в аварию попал. О, она... так это ты у нее зеркало-то снес? Можно и так сказать, да. Так она дома? Нет нашей Лиды. В тюрьме она. Почему? Да я сам толком не знаю. Говорят, наркоту у нее нашли. Много. Да быть этого не может. Да вот и я говорю, не может. Да кто меня слушает? 5 лет сволочи дали. Загубили ни за что девчонку. Ты еще такая мертвая? Живее тряпкой! Давай не ленись, пока я старший не рассказал, как ты здесь сачкуешь. Закончишь здесь, перейдешь в умывальник. Машинина, быстро ко мне! Лидка, пей! Блин, горит вся как печка. Где врачиха? Чё сидишь? Ну, а я-то откуда знаю? Я ей сказала, что Селезнев заболела. А она мне: вам волю дай, вы каждый день болеть будете. Ну, видно, что человеку плохо. Ну, что за люди-то, а? Ну, чё тут? Вставай. Давай, давай. Эту срочно в лазарет. Чего с ним? Похоже на пневмонию. Чего расселись? Помогите ей! Сюда, давай сюда. Опа! Ты действительно уверен, что это необходимо? Просто мы переезжаем в большой дом. Ну, Петьке будет где поиграть, наконец. Да ему и здесь есть где поиграть. Скажи, это все из-за нее, так ведь? Ты не разрешил мне поехать к ней на свидание. Убрал все ее фотографии. Зачем? Чего ты боишься? Ты что, выпил? Я и для этого должен у тебя разрешение спрашивать. В общем так, я устал об этом говорить. Сделаешь так, как я сказал. Иначе что? Иначе ты со мной поступишь так же? Только не вздумай это проверить. Петь, пойдем. Пойдем. Арсений! Вот эти ключи от дома передашь риэлтору. Он скоро будет? Через час где-то. Отзвони мне, когда все закончится, хорошо? Что-то меня Костя очень беспокоит. Ай. Бабу ему надо. Они знают, как мужика успокоить. Ну, не всякую, а такую, чтобы зацепила. Ну, вот и найди ему какую-нибудь из последнего конкурса девку. Ну, посмазливей. Сделаем, Андрей Сергеевич. Забудь свою дуру на раз. Алло, Демин, здорово. Давно не виделись. Ты как, все по наркоте? Ха-ха. Да я нормально. Да, сам хожу. Слушай, я тебе сейчас вышлю заключение экспертизы. Сможешь посмотреть? Хорошего человека посадили. Думаю, незаконно. Ну что, посмотришь? Спасибо. Спасибо, друг. Ну, слава тебе. А мы думали, все, коньки отбросила. Ну, чуть 3 дня без сознания. А что случилось? Вода дает. А ты про огни помнишь? Ну, какой помнить? Воспаление у тебя. А все из-за этой гниды мичманши. Не гоняла бы под дождем, все здоровы бы были. Девчонки, как вы? Да все путем. Да. Лечись подольше. Звонок все ближе. Я! Повтори. Костя, здравствуйте. Если бы я вас не знала, я подумала, что вы меня преследуете. Мы знакомы? Конечно. Конкурс красоты не помните? А, вы из этих? Боже упаси. Я из жюри, я оцениваю. Кстати, я была бы не против, если бы вы меня угостили. Повтори. живая. Ну, не мертвая. Ну, как? Все нормально. Ну, что разлеглась? Здесь вам не санаторий. А у тебя еще наряд не отработан. Забыла? Да, она только из этой, из больнички. Да. Ну, так не умерла же. Давай, 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 скорей. Я сама, все нормально. Плохо убираешь, Селезнева. Вроде выздоровела, а сочкуешь как. Ладно, приведи себя в порядок, к тебе пришли. Кто пришел? А я знаю, мужик какой-то. Здравствуйте. Я журналист. Сергей Кастальский. Я делаю материал для газеты на тему «Российский наркотрафик». Мне в руки попало ваше дело, и я хотел с вами кое о чем поговорить. Здравствуй. Это заключение наркологической экспертизы по вашему делу. Содержание морфина меньше 0,15. Кодеина, папаверина, табаина, наркотина ниже 0,20. Лида, мак, который нашли у тебя в чемодане, он не наркотический. Обычный, садовый. То есть совершенно безвреден. Что это меняет? Все. Экспертиза была проведена до процесса. И судья обязан был принять ее во внимание. Если мак не наркотический, значит, никакие наркотики ты не перевозила. То есть судить тебя не за что. Но я же сижу. Вижу. Но теперь у нас есть заключение. И мы можем подать на апелляцию. Мы? Понимаю, я не адвокат, но у меня есть опыт в расследовании и кое-какие связи. Подброшенные наркотики не такая уж и редкость. И если в суде мы предъявим результаты экспертизы, у тебя есть реальный шанс выбраться отсюда. Сереж. Спасибо. Но я доверилась уже одному адвокату, и 5 лет. Ой, адвокат просто подлец. Я ждал тебя. В больнице. Я не смогла прийти. Как ты меня нашел? Как? Я искал. О, пошла! У-ху! Пополнение прибыло. Столько баб сажает, кто рожать-то будет. Если ты закон не нарушаешь, тебя никогда не посадят. Вот дает Лидка. Да? Ну-ка, напомни, за что тебя посадили. Это просто судебная ошибка. Я надеюсь, что в скором времени ее исправят. Ты не обижайся. Зла я тебе не желаю. Но ты уверена в своем журналюбии? А мне больше некому верить. Как тебе твой предвыборный штаб? Завтра еще подвезем оргтехники. Ну, это только зал. А там еще... 2 кабинета. А эти люди? Это люди надежные. Они уже работали на выборах, схему знают. Успокойся, отдыхай. Не забудь, у тебя еще несколько встреч. Это я помню. Да. Ну, в кабинете. А чей второй кабинет? Мой. Я ведь... глава твоей избирательной кампании. Но когда ты двинешь в Думу, я буду первым замом. Удивлен? Да нет. Мы же одна команда. Извините, пожалуйста, это моя постель. Не могли бы вы с нее встать? Извиняю. Теперь вали. Знаешь что? Ты сейчас встанешь и свалишь с моей постели, ясно? Или что? Ты мне так сделаешь? Слышь, ты коза, ну отвали отсюда, я тебе сказала, отвались! А? Ты что, тварь, охренел, а? А, блин, что устроили? Ну-ка, зайди, что устроили? Вставай! Я тебе говорил, ты доиграешься, а? Мало ты хулину чистить, все, в ШИЗО пойдешь. Че, вылупились? Курицы уголовные. А ну быстро по шконкам, мы замерли там. Так, эту накичу. Пусть пару дней посидит, ума наберется. Да она тут ни при чем. Я драку начала. Меня и сажай. О, как удачно, а? А у нас как раз 2 камеры освободились. Так, давай, эту туда же забирай. А! Я работу нашел. Буду какого-то богача возить. Деньги появятся. Приедем в нормальную квартиру. Отец звонил. Я трубку не взял. Селезнева! На выход. Вот и встретились. А ну стой! Скользко у вас. Рассмотрев судебное заседание материала уголовного дела по кассационной жалобе осужденной Селезневой Лидии Михайловны на приговор областного суда от 16 сентября 2013 года, которым Селезнева Лидия Михайловна была осуждена по статье 228 части 2 сроком на 5 лет лишения свободы и, руководствуясь статьями УПК РФ, суд постановил: ввиду отсутствия состава преступления приговор областного районного суда от 16 сентября 2013 года отменить, кассационную жалобу удовлетворить и Селезневу Лидию Михайловну освободить из-под стражи в зале суда. Вы что-то хотели? Здравствуйте, да. Вы знаете, в этом доме жила моя подруга Лида Селезнева. И так получилось, что я уехала за границу, вернулась, хотела с ней повидаться, но мне сказали, что она переехала. Вы случайно не знаете, куда? Я из службы охраны, не знаю. Наш босс недавно купил этот дом, а бывших владельцев я не видел. Ясно. Знаешь, что об этом в газетах пишут? Ну, почитай, почитай. Я читал. Ты что, не мог ей нормальных наркотиков подбросить? Это что за садовая соломка? Я тебя спрашиваю, а? Ты понимаешь, что она теперь потребует начать расследование? Понимаешь? Килограмм герыча черт знает сколько стоит. Я не помню, чтоб мне на это деньги давали. Что? И потом вы сами просили ее удалить, а не убивать. Помните? А по поводу расследования, да ради бога. Как она докажет, что это я ей соломки подбросил? Ты что? Совсем идиот! Мне плевать на эту соломку. Полиция не должна вмешиваться в наши дела нигде и никогда. Иначе от меня избавятся. И следа не останется. И от тебя, между прочим, тоже. В общем так, найди мне ее. У нее там тетка где-то в Медведково живет. Она наверняка к ней отправится больше некуда, она сирота. Я должен быть в курсе всех ее телодвижений. Понял? Я-то понял. А если она все-таки решит к ментам обратиться? Вот и сделай так, чтобы этого не случилось. Что? А. Петенька, а хочешь, мы с тобой на море поедем? М? Дельфинов посмотрим, лодки-то. На акул сходим посмотреть. Хочешь? Я хочу к маме. Да. Да, я уже иду. А где была мама? Я хочу к маме. Смотри, смотри. Ну? Это тебе. Симка оформлена на тебя, так что пользуйся. Мой номер там, кстати, тоже есть. Спасибо большое, Сереж. Я даже не верила, что у тебя получится. Но... Я сам не был уверен. Но вам повезло? Да не повезло, нет. Если бы не ты, я бы сидела свои 5 лет. Я не знаю, как тебе это сказать. Не надо. Не надо ничего говорить. Я просто сделал то, что должен был сделать. И счастлив, что все закончилось так, как мы хотели. Да. Ты уже придумала, что будешь делать дальше? Надо составить план. Во-первых, надо потребовать иск о возмещении ущерба. Можно потребовать 1 миллион. Или больше. Это надо у адвоката проконсультироваться. А во-вторых, надо, конечно, узнать, кто тебя подставил. У меня есть некоторые... Подожди. Я не хочу никакого иска. И расследований я тоже никаких не хочу. Я устала и... Столько всего нужно успеть. Мне надо дом продать в деревне. Он уже 3-й год пустует. Я... Лида, ты что, не хочешь узнать, кто тебя подставил? За что? Лида, нельзя так вот все бросить и убежать. Я не хочу никуда бежать. Просто это не важно. У меня другие планы, понимаешь? Хорошо. Займемся этим после домика в деревне. Я поеду с тобой, помогу дом продать, да и вообще… Сереж, я благодарна тебе за все. За все, что ты для меня сделал. Но ты должен понимать, что у меня есть семья, у меня есть ребенок. Поэтому мне сейчас не до флирта. Лид, я не флиртую, я… Я просто хочу переспать, да? Ну, все верно. Имеешь право, я же тебе должна. Ну, давай, решай. Куда поедем? К тебе? Или, может быть, в отель на час? Убери свои от меня! Убери свои руки! Ты что, не слышишь, что ли? Убери их! Ты понял, придурок? Козлина! Да что, что? Где? Здесь! Я отмороженный и очень богатый мажор. Вот не зря же говорят, что Бог не делает все к лучшему. А вот если бы ты ему тогда не помогла, что бы сейчас с тобой было? Ай, а сейчас-то где это Сергей? Почему ты его с собой не привела? Познакомила бы родную тетку. Хороший, видно, парень. Хороший парень. Очень хороший. Он мне так помог. Я ему за все благодарна. Только не хочу ввязывать его в свои проблемы. Сама разберусь, а дальше будет видно. Понятно. А жить где собираешься? Тетя Ира, я хотела вас попросить, вы не могли бы мне сдавать одну комнату? ненадолго. Господи, да что ты такое говоришь? Живи сколько надо. А твои-то уехали. Я несколько раз звонила, а там уже другие люди живут. Да, я знаю. Господи, а как все хорошо было. И муж, и ребенок. Ой. Я знаете, что решила? Я найду их и потребую, чтобы они вернули мне моего сына. А деньги у тебя есть? Я думаю, на первое время хватит. Значит так, деньги я тебе дам. Нет, нет. Немного, но дам. С голоду не помрешь. А когда жизнь свою наладишь, вот тогда и отдашь. Тетя Ира, спасибо вам большое. Я не знаю, что бы я без вас делала. Господи, да за что спасибо? Мы же с тобой не чужие. За все. Серег, вот если бы ты не открыл, я бы твою калитку бы как тараном бы вынес, понял? Живой. Живой, слава богу, молодец. О, как все запущено-то, а. Воняет прям как в нашей курилке. Фу, фу, ты что у нас, закурил, что ли, а? С тобой все в порядке, а? Если скажу, да, отстанешь. Ну, сначала ты мне расскажешь, почему ты герой громкого процесса находится в состоянии нестояния, а потом мы вместе подумаем, как тебя из этого состояния вывести. Ну, давай, давай, рассказывай, рассказывай. Хотя, знаешь, можешь не рассказывать, я уже в газетах все прочитал. Ну, раз прочитал, то и говорить нечего. А, вот, не постесняюсь спросить, а это Лида, что с ней, она где? Расстались. После суда. Как? А торжество справедливости, суд над обидчиками, награда героев, а? Ей этого не надо. Ну, ей вообще ничего не надо. Ей не надо. А тебе? Кто там? Здравствуйте, я к заведующему. Подождите, пожалуйста. Петя Селезнева давно уже нет в нашем саду. Как нет? А вы не подскажете, куда его перевели? Стоп. Вы, кажется, сказали, что вы мама Пети? Мой бывший муж прячет от меня моего сына. Пожалуйста, помогите мне. Но я слышала, что маму Пети Селезнева арестовали за наркотики. Не оправдали. Несправедливо осудили, но потом выпустили. Я просто хочу знать, где мой сын, вот и все. Послушайте, мама Пети Селезнева, не знаю, как вас зовут. Лида меня зовут. Лида. К сожалению, ничем не могу вам помочь. Пети давно нет в саду. Куда его перевели, я не знаю. Но если честно, если бы знала, не сказала бы. С вашей репутацией, боюсь, ребенку без вас только лучше. Да что вы вообще про меня знаете? Марго, а тебе обязательно быть на этой презентации? Милый, ты же знаешь, что я теперь в жюри, так что без меня совсем никак. А потом? А потом я пойду в ресторан. Ты меня не жди, я вернусь поздно. И, конечно же, не одна. Уже присмотрела кого-то? Или там выберешь? Прям на ужине? Мила, ты не имеешь права спрашивать меня, когда и с кем мне возвращаться. Это мое право. Ха. Тебе пора бы уже это запомнить. Я могу купить тебя с потрохами. Слышишь? Я покупаю тебя. Сколько же ты можешь заплатить за такую, как я? Все, что у меня есть. Это ну очень-очень мало, дорогой. Я стою гораздо больше. Ты... Да ты просто грязная шлюха, которая ляжет под любого, кто ей заплатит. Чё скажешь, не так? Сколько тебе заплатил мой отец, чтобы ты со мной спала? Ну скажи, сколько? Послушай, валяй отсюда. Взял свою виагру и пошел отсюда, импотент несчастный. Да это все из-за твоего дурацкого кокаина, на который ты меня подсадила, а теперь еще… Послушай, если бы мне не заплатили деньги, я бы на тебя даже не посмотрела. А теперь вали отсюда, иначе я все расскажу твоему отцу про все твои фантазии и пристрастия, урод. Пошел отсюда! Вали, я сказала! Вали! Марго! Марго! Марго, очнись! Марго, пожалуйста! Доставка пиццы. Открывай свои. Что ты собираешься сделать? Ты хочешь ее расчленить? Ага, и потом съесть. Совсем все мозги себе уже кокаином выдул. Уберем все следы, чтобы выглядело как несчастный случай. Надевай перчатки и начинай вытирать. На тебе комнаты, а я здесь уберу. Погоди, ты ей звонил сегодня? Да. 2 раза. Она не отвечала, а я… Неважно. Скажешь, телефон потерял и забыл заблокировать. Запомнил? Да. Потерял, заблокировать и… Понятно. Сюда давай. Начинал работать. По слухам, убитую связывали тесные отношения с сыном президента благотворительного фонда «Милосердие» Константином Селезневым, с которым их неоднократно видели в ночных клубах. С самим Константином нам связаться не удалось, на данный момент он находится на отдыхе, но интересный факт. Бывшая супруга Константина была арестована и осуждена на длительный срок за транспортировку наркотиков. Может, найдете? Пожалуйста. Девушка, я вам объясняю, не знаю ничего. Отойдите, отойдите, очередь ведь. Да, слушай. Идите домой, пожалуйста. Простите, а куда переехал фонд «Милосердие»? Простите, пожалуйста, вы не знаете, где 18-я комната? Туда. Спасибо. За угол. Есть? Нет. И на момент гибели Шелли у вас, конечно же, есть алиби. Я напомню, это было 4 ноября. Как и всегда, я целый день был шефом. С утра и до вечера. Скоро выборы, в штабе много работы. Наслышно, наслышно. Я вот чего не пойму, Арсений Николаевич. Мы получили распечатку звонков с номера погибшей Шелли за последнюю неделю. И ваш номер самый популярный. Что вас связывало? Вы были любовниками? А если и были? Теперь и за это сажают? Да нет, ну что вы, я просто пытаюсь выстроить логику. Получается, что чаще всех она созванивалась с вами. И с сыном вашего шефа, Константином Селезневым. Мы работали вместе. Она была членом жюри на конкурсах красоты, который устраивал фонд отца Кости. Ясно. А где сейчас Константин? Не знаете? А то мы не смогли с ним связаться. Знаю. Они с сыном на машине в Сочи уехали. Уже неделю как. Ну, или больше. У шефа там домик на море. То есть неделю или больше, да? Так, где-то 3-го или раньше. Что-то здесь не так. Что-то здесь не сходится. Вот вы говорите, Константин уехал до гибели Шелли. А из распечатки видно, что звонки-то местные. Из Москвы звонили. Так он где-то посеял трубку. Прямо перед отъездом. Пора уезжать, а телефона нету. Я еще сам звонил. Просил, чтобы номер заблокировали. Точно! Но номер-то был заблокирован. Вот же ж. Номер был заблокирован. Но только после гибели Шелли. Я все понимаю, но и вы поймите меня правильно. По этой статье вас могли лишить материнства. И изменить это решение будет гораздо сложнее, чем ваш приговор. А если вы уже лишены материнства, то обстоятельство, что вам запрещают встречаться с вашим сыном, не может считаться преступлением. Мне никто не запрещает встречаться с моим сыном. Просто я не знаю, куда они переехали. Так, обратитесь в полицию, в прокуратуру, наймите детектива, в конце концов. Как же вы не понимаете, что все обвинения, сделанные в мой адрес, это все было сфабриковано. Это доказал даже апелляционный суд. Я ничем не могу вам помочь и боюсь, что никто не сможет. Спасибо. Скажите, а Костя и Марго, они были любовники? А чего это вы все? Любовники да любовники. Я свечку не держал. Да и потом, мало ли девок. Полно. А Костя не было в этот день в городе. Уехал с сыном в Сочи. Да и правда. Девушек много. А знаете, что самое интересное во всей этой истории? В номере Шелли не обнаружено ни одного отпечатка пальцев. Даже самой погибшей. Не знаете, как такое может быть? Вот женщина живет в гостинице несколько недель, а нигде ни отпечатка, ни волосинки. Ну, то есть вообще ничего. Ну, значит, там хорошо убирают. Вопросы у меня, конечно, к вам остались. Хотя не вопросы даже, так, вопросики. Поэтому я прошу вас, не уезжайте пока из города никуда, ладно? Вдруг вы понадобитесь следствию, а вас нет. Я уже рассказал все, что знаю. С Марго в день ее смерти я не виделся. Кто ее убил, я не знаю. А если вы меня еще раз вызовете, я уже приду с адвокатом. С очень хорошим адвокатом. А, это, конечно, это, как говорится, вас не отнять. О, узнаю этот взгляд. Ну, рассказывай, что ты там нарыл. Странные дела с этим фондом творятся. 14-го произошло убийство и ограбление инкассатора. 15-го умер главбух от инфаркта. Через месяц у Лиды находят в чемодане соломку. Теперь еще это Шелли. О, слушай, этого чувака я знаю. Это президент какого-то фонда страдания. Милосердие. Точно. Летом ездил, делал для газеты фотографии в Подмосковье с красавицами, детский дом. Там он у них был за главного, там подарки дарил. Какие подарки? Ну, не знаю, не чековые книжки, шарики, там карандаши, ерунда всякая. Кстати, познакомился там с одной девчонкой, модель. И фигура, просто, ну, закачаешься. Если хочешь, не при детях будет сказано. Могу снести. Ну, а че, соглашайся. Ну, кухню она местную знает. Заодно и пораспрашиваешь, так сказать. А? Сегодня можешь свести? Какой ты скорый-то, а? Ну, не знаю. Звонить надо. Звони. Хитрый следак попался. Кость под простачка, а глаза волчьи. Черт. В номере я перестарался. Все отпечатки стер. Но отсутствие отпечатков лучше, чем если бы они были. А как его фамилия-то? Манулов. Кто там? Алина Федоровна, это Лида. Вы меня помните? Здравствуйте, Лидочка. Здравствуй. А говорили, ты какими судьбами? Алина Федоровна, мне очень нужна ваша помощь. Дело в том, что от меня прячут моего сына. Я не знаю, где он. Со старого дома съехали, никаких контактов нету, фонда вообще давно не существует, и никаких телефонов нет. Я не знаю, что мне делать. Пожалуйста, помогите мне. Ну, чего же я тебе могу помочь? Деточка, фонда уже как 3 месяца нет, и никто своих адресов мне не оставлял. Может быть, у вас остался адрес Рогова, который был бухгалтером нашего фонда? Рогов? Он же умер. А зачем он тебе? Простите, но я не могу вам сейчас всего объяснить. Если у вас остался его адрес, я вас умоляю, дайте мне его, пожалуйста. Для меня это очень важно, понимаете? Не надо так переживать. Он жил где-то на Чистых прудах, Кисельный переулок, 3-й дом от бульвара. Но я у него никогда дома не была, я подвозила 1 раз. Я поняла. Спасибо вам огромное. Извините, пожалуйста. Андрей Сергеевич, Алина звонит. Какая еще Алина? Ну, та наша, бухгалтер бывший. Да, Алина Федоровна, слушаю вас. Кто приходил? А что хотела? Нет, вы все правильно сделали. И спасибо, что позвонили. Работа? Да, скоро все будет. Ну, конечно, мы вас помним. Еще раз спасибо. До свидания, Алина Федоровна. К ней Лида приходила. Спрашивала, куда вы переехали. Еще адресом Рогова интересовалась. А что, Алина? Говорит, что ничего не сказала. Ну, по-моему, врет. Голос больно виноватый. Да. Эта Лида уже не успокоится. Значит, это мы должны сделать. Ты узнал, где живет ее тетка? Да, есть адрес. так займись. Сделаем. Девушка, а вы что тут делаете? А я ищу квартиру Роговых. Так вот она перед вами. Ага, спасибо. А вы, собственно, по какому делу? Я к Татьяне Роговой. К Татьяне? А вы разве не знаете? Танечка ведь умерла, царствие небесное. Пожар у них был, и она сгорела вместе с квартирой. Теперь вот эти жицы, тут ремонт затеяли. Простите, а когда это случилось? Так месяца 3-4 уж назад. У нас проблема. Говори. Твой сын создает нам много проблем, Андрей. Я не хочу, чтобы полицейские вмешивались в наши дела. Но если ты по поводу убийства Марго, мой Костя здесь абсолютно ни при чем. И следователь здесь ничего не докажет. У него есть улики? Не знаю. Да нет, кажется. Но только частые телефонные переговоры. Но он так активно копает под Костю, что я боюсь, так просто не отвяжется. Ладно, я поговорю с людьми. Фамилия следователя. Манулов. Манулов. А ты вот что. Отправь сына куда-нибудь, чтобы он еще чего-нибудь не натворил. Да я отправил уже в Сочи. Во. И хорошо. Пусть там посидит. Пока мы тут разберемся. Собирайся. Поедешь со мной. Поговорить с тобой хотят. Алло, Леш, это я. Ну, нашел что-нибудь? Килограмм соломки? Так. Слушай, а можешь мне прислать копию этого дела? Да тут неувязка какая-то. Этот Селезнев, мягко говоря, в деньгах не нуждается, и чтобы его невестка стала наркокурьером. Что? То есть как освободили? А фамилию этого журналиста? Ага. Кастальский Сергей, да? Записал. А когда это было? Ясно. Спасибо, Леш. Да не вопрос. Кофе с рогаликами с меня. Ты, главное, не дергайся. И совсем соглашайся. Чем больше уверенности, тем… Я понял. Здравствуй, Андрей! Давненько не виделись. Ты знаешь, что такое старость? Это когда человек начинает ценить каждую минуту своей жизни. Поэтому, Андрюша, я буду краток. Нам нравится твой стиль, твоя хватка. Да и деньги, заработанные тобой в фонде, тоже говорят сами за себя. Правда, это история с ограблением. Я сам рассчитался с клиентом из своих денег. Да, знаем. Это тоже тебе в плюс. И поэтому мы тебе доверили больше, чем президентству в фонде. Ты кандидат в депутаты. Твоя команда работает. Все хорошо. Но я буду с тобой откровенным. Нас беспокоит твой сын. Андрей Сергеевич, тебя ждет большое будущее. Во всяком случае, мы на это очень надеемся. И нам бы не хотелось, чтобы твое возвышение сопровождалось скандалами там, или, более того, уголовными делами. Дай! Отлично. Вон они. Серег, я запамятовал, тебе какие больше нравятся, темненькие или светленькие девочки? Мне без разницы. Забыл тебя предупредить, Вика будет не одна, девушек будет две, и обе красавицы. Вот, кстати, они. Привет, девчонки! Привет, знакомьтесь. Олеся, Вика, привет. Сергей Кастальский, гениальный журналист, лучший в мире сыщик со времен самого Шерлока Холмса. Так сказать, Пинкертон нашего времени. А я, кстати, читала вашу статью про нелегальное казино. Круто. Неужели сами все нашли? Нет, что вы, помогли. Скажу без ложной скромности, все сам, все сам. А сыщик – это ваше хобби? Болезнь. Болезнь, причем тяжелая, лечится только после ареста преступника. Да, нормально. Да, Павел, да, ты да, вообще да, ну, профессионал. Конечно, мы могли бы с тобой расстаться. Но мы же люди пожилые. И искать такого же верного человека, как ты, у нас нет ни времени, ни желания. Поэтому... Угомони своего сына. Он не должен больше никого убивать, пить, нюхать, всякую дрянь, шляться по ночным клубам, делать, что хочешь. Но чтобы больше никаких эксцессов. Ты поставь его перед фактом. Или он завязывает со всем этим дерьмом, или... Я с сыном разберусь сам. А что делать с этим следователем? Мануловым? Да. Да не думай ты о нем. Этот человек нам не угроза. Ты его занимайся выборами. Будь на виду, встречайся с людьми. Дай! Проследи за обоими. Значит, вы вдвоем участвовали в этом конкурсе? Да, этим летом. Так, девчонки, для следствия важны любые мелочи, поэтому интимные подробности, я вас прошу, не опускаем. Договорились? А вы не заметили в этом конкурсе что-нибудь странное? Может быть, в организации? Да нет, вроде все как обычно было. Нет, ну понятно, что там все было заранее распределено им. И кому первое место, кому второе, кому просто ленточку. Ага. А выиграла в итоге какая-то швабра, потому что ее папик там всем столько заплатил. У-у-у, мам дорогая. Все знали, молчали? Да. Все знали, куда идут. И вы? А что я? Когда нам сказали, сколько и с кем нужно переспать, конечно, мы сразу отказались. Мы сразу и вылетели со следующего круга. Вы Роман? Ну, я. А ты, значит, Лидка? Да, мы с Нюрой вместе. Я понял. Ну, что от меня надо? Нюра рассказывала о вас. Небось, одни гадости. Да нет, нет, она говорила, что я могу к вам обратиться в любой момент, когда мне это будет нужно. Ты не тяни. Говори, что надо. Заказывать что-то будете? Еще кофе. Ну. Я хочу похитить своего сына. Вот те на. Значит, интимных подробностей мы сегодня не дождемся, да? Жаль, жаль. Ну, может, оно и к лучшему. Девчонки, может, что-нибудь покрепче кофе, а? А давайте. Давайте. А зачем вы поехали в этот дом? Это один из пунктов нашего контракта. Между этапами конкурса мы поехали в какой-то приют, раздали детишкам там мячики, шарики, много чего. У нас же благотворительный конкурс, и все вырученные средства должны были пойти на ремонт детского дома. Что было потом, после конкурса? Отремонтировали что-нибудь? Да мы не в курсе. Вообще-то не следили за этим. Хотя, по-моему, это только понты были. Благотворительность, там бла-бла-бла. А деньги наверняка кому-нибудь в карман пошли. Где это дом? Подмосковье. Нас на автобусе туда привезли. А, подожди. Там же какой-то указатель был. Подольск. Точно. Подольск. Да. Там еще какой-то умник исправил букву О на А. Вот, да. Не перевелись еще шутники-юмористы на Руси. Дим, успеем? В смысле, а как же что, покрепче кофе, девчонки? Девушки, спасибо вам огромное. Мне нужно узнать про дом. Извините. Всего доброго. Так. Я думал, ты просто клуша, а ты... А ты вообще знаешь, что за это дают? Я не знаю, но мне все равно. Они прячут от меня моего сына. Я знаю, что это за люди, я знаю, кто они. Я даже знаю, на что они способны, но только мне нужно спасти моего сына. Только вы можете мне помочь, Роман, я вас очень прошу. Тихо. А теперь послушай меня, Лида. Нюрка писала о тебе, так что я в теме. Допустим, с пацаном все срастется, а дальше что? Ты подумала? За бугор тебе не смотаться. Где прятаться будешь? Сколько ты будешь прятаться? А пацан с ним что? Его ж по всей стране искать будут. Нюра говорила, что вы можете сделать документы. Да мало ли, что я могу сделать, Нюра говорила. А где пацан-то хоть знаешь? Я не знаю, но я найду. Я все сделаю. Вы только скажите мне, что я должна сделать. Я все сделаю ради сына. Значит так. Ничего не обещаю, но с людьми поговорю. А ты найми какого-нибудь частного детектива. Пусть он найдет сына. А чем расплачиваться ты будешь? У меня есть драгоценности. Много драгоценностей. Мне их вернули после колонии. Или деньгами могу. Ясно. 10 тысяч зеленым. Но сначала найди. Мы уже закрываемся. Нина Шалровна, из того, что вам обещали, было сделано? Ну, конечно. Вон забор подлатали, он у нас совсем рушился. Потом коробку учебников прислали для 3-го класса. Шариковые ручки, одежду из секонд-хенда. И все? Как же бассейн, спортзал? Да бог с вами, ну какой бассейн? У нас на сутки, иногда даже на двое. Воду отключают вообще, без предупреждения. А в спортзале крыша до сих пор течет. Не могу выбить деньги из префектуры 2-й год на ремонт. Тогда к чему все эти обещания, речи? К чему? У детей очень редко что-то случается в жизни. А вот эти господа, они им подарили надежду. Они привезли угощения, подарки, фрукты. Я таких сама никогда не ела, вы знаете. Ну, девушки красивые, преуспевающие бизнесмены. И я подумала, может быть, это им поможет, ну, сориентироваться в жизни, понимаете, обрести мечту. Ну, или хотя бы понять, как она выглядит. А нужна им такая мечта? Я так понимаю, что все эти мероприятия проходили под патронажем фонда «Милосердие». Да. А вы не пробовали обращаться в фонд? Жаловаться руководству? Конечно, пробовала. Я полгода с ними переписывалась, перезванивалась. Я хотя бы вот отопление хотела поменять. Понимаете, у нас в некоторых комнатах его вообще нет. Мне объяснили. В фонде пока нет финансовой возможности. Вы подождите, мы позвоним сами, когда решим проблемы свои. Это ложь. Это все ложь. Я позвонила директору детского приюта в Люберцах. Ну что, ну та же картина, абсолютно. Телекамеры, обещания, слова. Слова, больше ничего. Скажите, а вы не могли бы мне показать переписку с руководством фонда? Да, конечно. Пойдемте в кабинет. Лидочка, остаешься за хозяйку. Если из ЖЭКа придут счетчик проверять, ты пусти их. Пусть проверяют. Борщ на плите стоит, я его сварила. Так что ешь. Деньги ты знаешь, где лежат, если что. Так, а где у меня ключи? А, ключи, вот они. Тетя Ира, я бы с удовольствием с вами поехала, но я не могу. Зачем? Что тебе там делать? Только нервы мотать? Ты представляешь, там комиссия какая-то приехала, землю будут отмерять. у моих соседей чуть дом не отобрали. Ну, в общем, полный дурдом. Вот я свою землю честно покупала. Мой дом 30 лет стоял, и еще 30 лет стоять будет. Вот. Все, я пошла. Вы мне позвоните, как доберетесь, ладно? Конечно, позвоню. Пусть только попробуют меня обсчитать. Все, ты моя хорошая, все. Все будет хорошо. Давай, пока. Все, пока. Счастливо. Все, давай. Да, и Яков Иванович, подготовка идет полным ходом. Да. К эфиру я готов. Да. Да вы не волнуйтесь. Не сомневайтесь, все будет в порядке. Да, я не подведу. И вам всех благ, Яков Иванович. До встречи. До свидания. Забавно. Слушайте, как ты разговариваешь с начальством. А ты, оказывается, подхалил. А ты что здесь делаешь? Ты что, страх совсем потерял? Забыл, что тебя полиция разыскивает? Да мне как-то. А почему ты не в Сочи? Где Петя? Я тебя спрашиваю, где твой ребенок? Так тебя мой ребенок интересует, да? Слой уже все, надоел. А я не знаю, где Петя. Сам его ищи. А ну-ка, стой! Что я тебе говорю? Деда, деда! А, Петенька, ну, рассказывай, как тебе на море-то, а? Понравилось? Мне не понравилось. Я больше не хочу на море. Я хочу к маме. Ты понимаешь, Петька, ну мамы больше нету. Она на небе, на небесах. Я тоже хочу на небесах. Здравствуйте. Вы Лида, правильно? Я вам звонила, да. Угу. Проходите, садитесь. Некогда даже по-человечески пообедать. Всюду надо успеть. Но, как говорится, детектива ноги кормят. Итак, вы рассказывали о вашем сыне. Ты уверен? А по этим образцам можно вычислить ДНК ее партнера? О, кровь нужна. Ясно. Но будет кровь. Кто же с тобой был, красавица? Девушка, моя фамилия Селезнев. Я брат Лиды Селезнева, она сегодня поступила к вам в больницу. Не подскажешь, как там моя сестра? С ней все в порядке? Сотрясение? А это очень серьезно. Ну, слава богу. А ее сегодня можно навестить? А почему? А завтра со скольки? 12? А номер палаты еще не подскажете? Спасибо большое. Живучая туда. И все, тебя тут знают, и папа у тебя хороший. Вызывали, Игорь Николаевич? Проходи, Манулов. Что там с этой погибшей девушкой? Мне звонят. Жалуются, что ты дергаешь уважаемых людей и безосновательно требуешь не покидать пределов города. И что это за... логические выводы, основанные на сексуальной психологии. Ты следователь, Манулов, и оперировать можешь только доказанными фактами и уликами, а то устроил здесь семинары по Фрейду, понимаешь? Садись. Игорь Николаевич, судя по телефонным звонкам, Фельцов и Селезнев активно общались с покойной Шелли. Фельцов врет, что Константин Селезнев уехал в Сочи до ее гибели. У меня есть распечатка звонков на номер погибшей, из которых явно видно, что в день убийства звонки с номера Селезнева совершались из Москвы. Но Селезнев потерял телефон. У нас есть его заявление. Он заблокировал номер. Да, но на следующий день после убийства. Также медэксперт сказал, что перед смертью Шелли была с мужчиной. Остались образцы спермы. И я настаиваю на проведении сравнительной экспертизы. С кем сравнивать собираешься? Мне нужен образец крови Константина Селезнева. Экспертиза в гостиничном номере показала, что там есть следы эпителия и крови, которые совпадают с группой крови погибшей. Никто из персонала не видел, чтобы кто-нибудь входил или выходил из ее номера, а следственный эксперимент подтвердил, что погибшая действительно могла неудачно упасть, ударившись головой. Ой, слава богу, пришли в себя. Значит, дело на поправку. Как я сюда попала? А кто-то из свидетелей вызвал скорую. Хорошо, что наша больница рядом. А тот подонок, который вас сбил, он даже не остановился. Есть же такие. А кто-нибудь видел номер той машины? Не знаю. К вам следователь приходил. Хотел с вами поговорить, но вы спали. Он еще здесь? Нет, он ушел. Но он обещал зайти завтра вечером. Что еще вам нужно, чтобы признать этот случай несчастным? Объяснение, почему в номере нет ни одного отпечатка пальцев. А главное, что нет отпечатков пальцев даже самой погибшей. Все словно вылизано. Ну, номера убираются каждый день, это нормально. А несчастный случай мог произойти сразу после того, как погибшая вошла в номер. В общем так, Манулов, версия несчастного случая подтверждается. И дело передается Зимину. Он закрывает его и сдает в архив. Я могу идти? Тебе уже месяц висит дело этого уголовника Семина. В пятницу мне нужен отчет по этому делу. Вопросы есть? Игорь Николаевич. Здесь что-то не сходится. Фельцов тот еще тип. Дважды привлекался к уголовной ответственности. И оба раза был освобожден за отсутствием улик. А еще дело банды скотины, на счету которой более 30 доказанных похищений и убийств. Которому Фельцов проходил как случайный свидетель. А помните ограбление инкассаторов на машине Ремстроя? Я вот чего думаю. Этот Фельцов вполне мог знать, когда, сколько и на чем повезут деньги. Он мог организовать это ограбление. Дело закрыто. Ты свободен, Манулов. Мои вещи. Все ваши вещи здесь. Мобильный телефон нужен. Ой, я забыла сказать, ваш брат звонил. У меня нет брата. Да вы не переживайте так. Он за вас очень рад. Он сказал, что обязательно придет. Сегодня? Да, сегодня. Что такое? Что случилось? Подождите, вам нельзя вставать. Я позову доктора. Привет, милая. Что случилось? Какой мужчина? Мужчина за мной гнался. Какой мужчина? Где на лестнице его? Там он хочет меня убить. Пожалуйста, помогите мне. Осечка вышла, Андрей Сергеевич. Ушла, тварь. К охранникам успела выскочить. Что-то у тебя этих осечек в последнее время все больше и больше. Может, я замену поискать, а? Да никуда она не денется. Сейчас ловить ее у тетки смысла нету. Она напугана, домой точно не пойдет. А вот дня через два... Что это? В письме было. Там еще записка. Шантаж? Да нет, блин. Приглашение на бал. $100 000 за фотомонтаж. Они совсем охренели. Во-первых, это не фотомонтаж. Во-вторых, нельзя допустить, чтобы сейчас мое имя, моя фамилия попали в прессу, в интернет, да куда угодно. А в-третьих, в-четвертых, в-пятых, в-шестых, найди мне этого гаденыша и заткни его. Здесь написано, что сообщат, как они хотят получить деньги. Да полчаса назад звонил какой-то идиот. Якобы хриплым голосом сказал, что хочет встретиться со мной. Завтра в 6 вечера в торговом центре. И чтобы деньги были в черном пакете, а пакет был в правой руке, идиот. Номер не определился? Разумеется, нет. Еще сказал, что если деньги не принесу, выложит фотки в сеть. И еще расскажет про килограмм мака в чемодане у Лиды. Найди мне этого гада. Это точно ее человек. Хорошая девочка, Лида. Заходите. Заходите. Я пришла узнать про сына. Вы что-нибудь узнали? Все отлично. Все отлично. А я как раз с вашим делом. Эти все шли, а я работаю. Где мой сын? А слушайте, Люда. А можно на ты? Адрес я, конечно, узнал. Но тут замешаны очень серьезные люди. И тех денег, что ты мне заплатила, может, не хватит. Риск слишком велик. Послушайте, сколько нужно вам еще заплатить, чтобы вы нашли мне моего сына? Мне не нужны никакие люди. Мне нужен мой сын. Мне нужен адрес, понимаете? Нисколько. А как? Я думаю, да нет, я уверен, что у тебя получится. Очень хорошо. Да хватит! Хватит дергаться! Ай! Ты детектив? Ну, я. А ты кто? Долго еще? Все хорошо, может, уже приготавливают деньги. Только без сдачи, пожалуйста. Сумка. Черт, я оставила сумку. Там деньги, там ключи. Мы можем как-то вернуться, пожалуйста? Мне очень надо. Да, нехорошо, да. Ну, доплатить бы надо. Я все доплачу, вы за это не переживайте. Господи, как же я могла ее оставить-то? Кто тебя нанял? Говори. Лида Селезнева, говори. Да, Лида. Она хотела узнать, где ребенок. Адрес. А ты захотел на этом копеечку заработать? Где все фото? В сейфе. Там в сейфе. Все. Доставай быстро. Давай. Быстрее. Здесь все? Да. Все, что нарыл? Да, документы. Я отправил. Хорошо, хорошо. Поехали, поехали, быстрее! Поехали, поехали. Кого убегаем? Ты Баклан. Был Баклан, а теперь... Мне плевать, что с тобой сделали. У меня времени мало. У тебя его вообще нету. Да ты говори, что надо-то? Мне интересно, с кем на воле встречались твои бывшие подельники. Да о ком базар-то? О ком базар? О Сахе и Чибе. Ну, были такие два придурка. Мы после суда связь потеряли. Так они и вышли раньше. Откуда мне знать, с кем мои подельники на воле общаются? Зря время теряем. Убери тут все аккуратненько. Да ты чё, братан? Саху и Чибу не видал, а видел скотину. Вот здесь, в городе. Кого? Я и сам думал, он сгнил где или свалил куда. Он здесь. Я его видел. Важный стал при делах. И тачка дорогая. Я еще сам подумал. Может, обознался? Где видел? Анна? Да? Костя дома? Нет, Андрей Сергеевич, еще не вернулся. Опять что делает? Недавно только уснул. Когда появится Костя, немедленно мне сообщи. Хорошо, Андрей Сергеевич. Серега, я тут открыл полицейскую сводку. Знаешь, что я там обнаружил? Ты только это, держись там за что-нибудь. Был совершен наезд на гражданку Селезневу Лидию Михайловну. Что? Серег, Лиду сбила машина. Что ты сказал? Ну, это еще не все. Кто-то пытался убить ее в больнице. Избили врача. В палате все перевернуто. В общем, черт знает, что такое. В какой она больнице? В больнице ее уже нет. Но мне дали ее адрес. Алло, ты слушаешь? Говори. Я тебя не оставлю. Мы пойдем в прокуратуру. Нет, ты многого не знаешь, Сережик. Все пропало, слышишь? Я убила человека. меня теперь посадят, и я больше никогда не увижу своего сына. Слышишь? Я убила человека. Лида, ты о чем? Кого посадят? Кто убил? Подожди, ты меня выслушай, только не перебивай. Я наняла частного детектива для того, чтобы мне сказали, где мой Петька. Я сегодня туда пришла, а это животное он выпил и стал ко мне приставать. Я его оттолкнула и чем-то стукнула, только я не помню чем. А когда я оказалась в такси, я вспомнила, что я оставила там свою сумку, я вернулась, а он там лежит, мертвый. Я убила человека, слышишь? Я убила человека, я во всем виновата. Лида, успокойся. Успокойся. Во-первых, ты уверена, что он был мертв? Да, он лежал, там была кровь, и я, дура, вляпалась рукой, я не знала. Сколько? Сколько времени прошло, пока ты вспомнила о сумке? Минут 10. 10. 10 минут туда, 10 минут обратно. У настоящего убийцы было не меньше 20 минут. Одевайся. Здесь нельзя оставаться. Поедешь ко мне, пока я во всем разберусь. Поживешь у меня. Давай. Давай. Привет, Лёш. Слушай, мне кровь из носу нужны дела бандитов, которые ограбили фонд Милосердия. Ну, там, отпечатки, ДНК, все, что есть. Да нам нужно выяснить, были ли они в банде скотины. Да, у меня есть один подозреваемый. Хочу проверить, может, он и грабители были подельниками. Сделаешь? Память-то наша архивная. Ну, конечно, конечно. Двойная порция пончиков и кофе. Самый лучший. Давай, пока. Да. Товарищ капитан, на Шуховское убийство. Кого убили? Мужчина, частный детектив. Группа уже готова. Вас ждут. Все, иду. Здесь все, что этот урод смог накопать на Костю. Фото, файлы. Есть даже видеозапись его разговора с мелким барыгой, где тот признается, что продавал Косте наркоту. Причем я этого барыгу знаю, рожа знакомая. По-моему, он на ваших конкурсах красоты ошивается. Я барыгу найду. А что ты с ним сделал? Деньги я ему отдал. И, скажем так, вы его больше не услышите. Ну, это… Я и с ней разберусь. Сейчас ей идти некуда. Ни друзей, ни денег. Отсиживается где-то. Но рано или поздно вернется к тетке или выйдет с ней на связь. Тогда и возьмем ее. Ты, главное, на этот раз не упусти ее. А это сожги. Моя скромная холостяцкая квартира. Правда, здесь не прибрано. Это не важно. Сереж, я хотела тебе кое-что сказать. Ну, хуже уже не будет. Так что говори. Я нашла человека, который поможет мне похитить Петю. Я не думаю, что это хорошая идея. Я уверен, что мы найдем другой выход. Запись с камеры проверили? Так точно, товарищ капитан. А с наружной? Все вдребезги. Постарались. Спасибо. Саныч, можешь в 2 словах пояснить, что тут? Смерть наступила около 2–3 часов назад в результате множественных ножевых ранений. Как же он так допустил? Он же вроде частный детектив. И оружие наверняка имелось, да? Есть копия лицензии на оружие, которого нет. Наверное, убийца унес его с собой. А почему кровь на лице? Его били перед смертью. Возможно, чего-то допытывались, а может, просто развлечения ради. Сначала избили, а потом под нож, как скотину. Как скотины. Звони. Давай, звони Роману или как его там. А если он… Звони. Алло, Роман? Здравствуйте, это Лида. Мы с вами встречались, помните? Роман, я хотела вам сказать, я передумала. В общем, не нужно никого похищать. Ну что? Трубку бросил. Тебе надо ему сказать, что это такое? Дорвется он, понимаете? Говорит, что знал убитого. Так, пропусти. Я таксист. И? Я здесь каждый день стою, езжу. Ну? Вот, ну тут, в общем, ехал, и мне навстречу девочка бежит, красивая, хорошая, прямо под колеса рвется. Короче, села у меня, вот, адрес говорит, а сама плачет. Мне ее стало жалко. И что? А? Что, говорю? Ну, ничего, поехали, едем, вдруг она вспоминает. Я, говорит, забыла в офисе в этом, сумочку. Вот, обещала доплатить. Дальше, дальше, рассказывайте дальше. Да. Короче, приехали. Вот, она вышла, зашла в офис к Степанычу. Степаныч, это он? Да, наш сыщик. Вот, ну, короче, 5 минут ее не было, вышла, и у нее прям здесь на локте кровь. А где? Куда отвезли ее, помните? Костя, ты куда собрался? С каких пор тебе это стало интересно? Я хочу знать, куда ты идешь. Я так больше не могу. Она мне снится каждую ночь, ты понимаешь? Кто? Твоя бывшая жена? Не только она, но и Марго. Я ее вижу каждый раз, когда глаза закрываю. Костя, только не наделай глупости, я тебя прошу. Это дело уже закрыто. Тебе больше ничего не угрожает. Ну, слышишь, что я тебе говорю? Нет больше дела, я все уладил. Ты мастер улаживать. А когда я умру, ты тоже, папа, все уладишь, да? Послушай, сынок, послушай меня, не делай глупостей. Я скоро достигну такого положения, тебе будет возможно все. Ты, главное, не мешай мне, пока я из кожи вон лезу, чтобы обеспечить и тебя, и Петьку. Да не нужны мне твои деньги, понимаешь? И защита тоже. Я сам как-нибудь справлюсь. Костя, куда ты? Да пошел ты! Знаешь, я когда наконец-то понял, почему ты меня тогда отшила, я очень разозлился. Как ты могла подумать, что я испугаюсь этих сволочей и брошу тебя? Сереж, я… Просто я не хотела впутывать тебя во всю эту историю. Ты простишь меня? Уже простил. Знаешь, я не сидел на месте. Это письма от фонда Милосердия директору подмосковного приюта. Во всех письмах одно и то же. Обещание сделать ремонт, привезти новое оборудование. Но на самом деле фонд отмывал бешеные деньги, которые якобы тратились на благотворительность. Как ты это все узнал? Я журналист, помнишь? В общем, все эти письма – это сплошная клоунада. Мол, поможем, позаботимся, а на самом деле вместо приютов деньги падали на офшорные счета подставных лиц. И кто-то, сидящий очень высоко, все это прикрывал. Если мы найдем этого человека, то нам… Это она. Кто она? Девушка, про которую я тебе рассказывала, помнишь? В купе. Да. Вот этот подъезд. Заходи. Чего? Так, мы ищем девушку примерно 25-28 лет. Ага. Рост средний, волосы светлые, симпатичная. Опрашивать соседей аккуратней. Ага. Мы не знаем, в какой квартире она живет и какую опасность представляет. Все ясно? Ясно. Сергеев, найди мне участкового. Хорошо. Ну, а мне что тут делать? Я поеду, а? Со мной пойдешь. Зачем? Ну, опознать-то надо. Ты же таксист. Память у тебя должна быть хорошая. Так? Я тебе сказал, дежурку позвоню. Вика, извини, что поздно. Ты получила ММС? Эта девушка участвовала с вами в конкурсе? Так, а как ее имя? Даша. А еще что-нибудь про нее знаешь? Угу. Хорошо, найду. Спасибо. Вик, я сейчас не могу. Извини. Может быть, в другой раз? Вика, спасибо тебе еще раз, извини. Пока. Эту девушку зовут Даша. Работает в бутике где-то в центре. А теперь все понятно? То рассказ о странной девушке, которая сидела в твоем купе, любого следователя навел бы на то, что ты все это выдумала. Психологи чертовы. Мы найдем эту девушку и заставим ее все рассказать. Заставим рассказать, кто попросил сидеть в твоем купе. И я уверен, что она укажет на этого подлеца Фельцова. Я устал. Мне так страшно. Я не знаю, что мне теперь делать. Я в итоге и сына спасла, и теперь еще это убийство, и это я во всем виновата, Господи, это я во всем виновата. Лида, Лида, милая, послушай, я знаю, что ты никого не убивала. Я обещаю, тебе разберусь в этом, ты слышишь? Я тебя никому в обиду не дам, никому, слышишь, Лида? Никому. Андрей Сергеевич, а Костя-то жив. Как? Ну, он же… Вы пульс проверяли? Не было его. И сердца нет. А сейчас бьется. Надо скорую вызывать. Если мы, конечно, хотим его спасти. Но если вы этого не хотите… Звони, вызывай, и медленно вызывай. А это квартира? Да, вот эта квартира. Здесь женщина живет, Ирина, забыл как дальше. В общем, где-то месяц назад к ней племянница приехала. Все как в ориентировке, 28 лет, средний рост, светлые волосы, симпатичная. Соседка говорила, что видела, как она уходила с каким-то парнем. Когда это было? Часа 3-4 назад. Ну, ясно. А как зовут девушку, выяснили? Люда, Лида, как-то так. Как-то так. Все у вас как-то так. Можно я? Вам кого? Откройте, полиция! Лида! С чего решили, что она после убийства к тетке вернется? Дура, что ли? Кажись, она. Пойдем. Селезнева Лидия Михайловна? Я. Прошу пройти с нами. С вами хотят поговорить в Следственном комитете. Кто там? Здравствуйте. Я Сергей Кастальский, друг Лиды. Откройте, пожалуйста. Нету Лидочки. Полиция ее забрала. Откройте, пожалуйста. Нам нужно поговорить. Господи. Нужно найти номер этого частного детектива. Может быть, в записной. Может, что и было. Так полиция наверняка все забрала. А что за детектив-то? Сереженька, объясни мне, пожалуйста, ну кого хоть там убили-то? Я должен поехать на место преступления и посмотреть. Может, найду что-то такое, что поможет Лиде. Да. И полиция тут нож какой-то искала. Нож? Да, нож. Посмотри, как они здесь все перерыли. У него тяжелая черепно-мозговая травма, состояние критическое, и поэтому никаких гарантий я дать не могу. Мы сделали все возможное, и теперь все зависит от его организма. Ваш сын еще молод. Это шанс, но поймите, у него повреждены жизненно важные участки головного мозга. Вы хотите сказать? Поймите, я человек старый, и хочу, чтобы люди понимали, что их ждет. В случае, если ваш сын выживет, вполне возможно, что вы увидите не того человека, которого знали. Может быть, он даже не сможет разговаривать. Хоть какие-то шансы есть. К большому сожалению, шансов очень, очень мало. Поверьте мне, очень жаль вашего сына. Я надеюсь, что полиция найдет мерзавцев, которые его избили. И поверьте мне, пока ваш сын в нашей клинике, ему будет обеспечен самый хороший уход. Это я вам обещаю. Свободен. Садитесь. Селезнева Лидия Михайловна. Значит так, правило следующее. Я задаю вопросы, а вы отвечаете четко и вслух. Да. Селезнева Лидия Михайловна. Да. Вы обвиняетесь в убийстве гражданина Гладкова Степана Семеновича. Семена Степановича. Правило второе. Вы говорите только тогда, когда я разрешу. Хорошо. Итак, вы признаете совершение убийства гражданина Гладкова Семена Степановича? Я защищалась. Он начал ко мне приставать и… Детали потом. Вы признаете, что убили этого человека? Да. Ну и хорошо. Ну, а теперь изложите все это подробным образом на бумаге. А то знаете, как бывает. Сначала люди дают признательные показания, а потом говорят, что их вынудили. Вы пишите, я не буду вам мешать. Самому дело по горло накопилось. слушаю, Манулов. Это Сергей Кастальский. Ваш номер мне дали в редакции. Сказали, что вы хотите со мной встретиться. Да, у меня есть важные сведения по поводу убийства частного детектива Гладкова. Я на Шуховской. Надеюсь, не там, где произошло убийство? Жду вас напротив конторы этого детектива. Я ударила его по голове статуэткой, которая стояла на его столе. Он упал, и я убежала. Что за чушь? Вы же его зарезали. Вы что, не понимаете? Я же вам сказала, что он начал ко мне приставать. Я его оттолкнула. Хватит нести чушь! Статуэтка оттолкнула. Лучше скажите, куда вы дели нож, которым зарезали детектива. И можете спокойно отправляться в камеру и дожидаться суда. Какой нож? Я повторяю для тугодумов. Гладков был убит несколькими ударами ножа в область груди. Вот медицинское заключение. Вам его полностью зачитать? В таком случае я заявляю о своей невиновности. Что? Я не убивала этого человека, потому что я никогда в жизни никого не била ножом. Так. Значит, что? Отказываетесь от своего признания? Значит, отказываюсь. Да, Лёш, говори. Что, как ты сказал? Оба проходили по делу банды скотины? Ты уверен? А, анализ ДНК провели? Так, а если сложить этих отморозков и Фельцова, который также проходил по этому делу, и наверняка знал о расписании инкассаторов, это получается преступный сговор, который... в народе именуется бандой. Ага. Ну так вот тебе еще одно раскрытое преступление. Ага. Пончики? Да я тебя засыплю этими пончиками, родной. На Шуховскую. Ага. Ладно, ладно, позвоню. Да, Леш, это... спасибо. На Шуховскую. Он? Вроде. Точно? Только фото какое-то. Хотя, конечно, 10 лет прошло. Я когда его увидел, то сам сразу понял, что он. Нет, конечно, никогда его увижу, сразу узнаю. Андрей, вы узнали, кто по доверенности купил машину. Ну, ту самую, сгоревшую. Это Борисов по кличке Саха. Он сидел по делу банды скотин. И это не совпадение. У меня в машине человек, который опознал твоего Фельцова. Фельцов и есть скотина. Сейчас мы поедем, его возьмем. Я из него выбью всю душу. И не дай бог, я узнаю, что ты тоже причастен к этому делу. Мне не нужны твои объяснения. Дома сиди и жди моего звонка. Что-нибудь выкинешь? Сам лично пристрелю. Ясно? Ага. Гаденыша не убивать. Только по ногам. Вина Селезневой почти не вызывает сомнений, хотя мотив убийства частного детектива не совсем ясен. Также остается вопрос об орудии убийства, и если его так и не найдут, у суда могут возникнуть проблемы при вынесении приговора убийцы. О других новостях. В Москве продолжаются гастроли Пермского театра. Значит, так ты меня отблагодарил, тварь. Андрей Сергеевич. Заткнись. Это все из-за твоей поганой жадности. Ты думал, я ничего не узнаю? Ты за все ответишь, скотина. Скотина, я не виноват! Они меня чуть не убили! Все поправимо. Баклан. Ты что села-то? Тебе кто разрешение давал? Понимаешь, что ли? Она сейчас не то, что говорить, она у нас соловьем запоет. Ну что, петь-то будем? А? Что стоишь, качаясь? Тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына, головой склоняясь до самого тына. Это Константин, бывший муж Лиды Селезневой. Она наняла детектива, чтобы тот помог ей найти ребенка. А он решил шантажировать эту семью. И где, ты говоришь, взял этот снимок? Я не говорил. Но если вам интересно, то в офисе Гладкова есть принтер с функцией резервные задания. Можно распечатать то, что печаталось последним. Можно меня, конечно, арестовать за незаконное вторжение в офис, но у меня есть другое предложение. Обернитесь. Видите? Камера. Она должна была видеть дверь офиса. Если мы зайдем и попросим запись, то можем увидеть убийцу. Целый отдел работал на месте преступления, а улику находит журналист. У меня, кстати, есть еще документы по поводу фонда «Милосердие». Да? Да. Ну, давай. Слышишь, командир, я всю ночь не спал, и зря я на эту девушку сказал. Она не могла его убить. Да? Да. Здрасте. Здрасте. Я таксист. Я людей вижу. Она хороший человек. У меня вообще вчера был день нехороший. Я захотел на нем, на этом соме, немножко заработать. А его возьми и убей. Он нехороший человек. Он очень нехороший человек. И он, я как-то вез его, и он мне всю дорогу рассказывал про какого-то чувака, которому он за 2 фотографии, он у него кучу бабок взял. И мне эти деньги показывал. Подожди. Вот все, что ты сейчас сказал, вот ты можешь это записать? Лоб. Дуб стоит высокий, но нельзя рябине к дубу перебраться. Видно в сиротине век одной-ка. Селезнева, на выход. Хорошо поете. Может, еще один раз споем? Не, без нее никак. Вот вернусь, спою. Это вряд ли. Че смотришь? Сказано с вещами. Сереж, что происходит? Пойдем. Пойдем. Лида, вот это тот человек, который положил на стол перед своим начальством видеозаписи, на которой видно, что из офиса Гладкова выходил Фельцов. Ты свободна, Лида. Спасибо. Ну вот и познакомились. А теперь поехали. Только давайте в темпе, пока ваш свекр не передумал. Полчаса назад я разговаривал с вашим бывшим свекром. И он готов пойти на сотрудничество. Но у него есть одно условие. Он хочет, чтобы при этом присутствовали вы. Давайте. Я? Пойдем, пойдем. Ну-ка, давай. Опа. Деда, куда мы? Парк, парк. Ты же любишь в парке гулять? Да. Правда? решил избавиться от меня, козлина. Посмотрим. Он там! Прости, если сможешь. Вот. Вон, ступеньки. Ну что там, нотариус? Бывший свекр Лида изменил завещание за день до смерти. Он все переписал на нее. Правда, с одним условием: она должна содержать Костю в больнице, пока он… Пока он будет жив. Ну да. Так вот. Созрел, осознал свою вину за сына. Так это он Костю? Да, Фельцов рассказал. Он вообще славный мал, этот Фельцов. Начал рассказывать все подряд. Расчирикался так, что в скором времени мы поймаем всю эту благотворительную шайку вместе с ее главарями, клиентами и многомиллиардными счетами по всему миру. Хочется верить. А верить надо. Может, как-нибудь еще вместе поработаем? У нас немного другие планы. Да. Слушай, ты мне обещал тут рыбалку, а тут вообще не клюет. Да, забыл вам представить своего друга. И по совместительству лучшего в мире архивариуса. Прошу любить и жаловать, это Леша. Очень приятно. Кстати, ему должен целую гору пончиков. И кофе. Да-да-да, и море кофе. Самого лучшего причем. Ребят, с вами, конечно, хорошо, но нам с Викой в аэропорт еще надо успеть. Мы сегодня улетаем на море. А что, я вам разве не говорил? Нет. Не говорил. Ну вот, говорю. Давайте сфотографируемся на память, а? Давайте. Давайте, вставайте поплотнее. Давайте. Ага. Давайте. Так. Так. Вы что такие кислые-то? Улыбайтесь. Вот. Совсем другое дело. Сейчас вылетит птичка.